В Одинцовском округе голубому топливу подключено более 49 тысяч абонентов ИЖС. В настоящее время проведение газа к ранее негазифицированным населенным пунктам будет реализовываться по программе развития газификации Московской области до 2030 года. 192 населенных пункта – это 81% от общего числа всех населенных пунктов. На территории округа в данный момент реализуется мероприятие программы развития газификации в Московской области. Это так называемые мероприятия по газификации ранее не газифицированных населенных пунктов. А также уже многим знакомое мероприятие по дегазификации домовладений в населенных пунктах, в границах которых присутствует источник газоснабжения. На совещании представители ЖКХ и газовой службы подробно рассказали о программе, ответили на вопросы старост сельских поселений округа. Большинство из них касались проведения газопроводных труб. Там от этой трубы, которую вкопали, до моего участка еще 10 метров. И эти 10 метров, они никак не подключены. На каждый из них дали разъяснение. Когда у вас физически труба лежит, да, земля, она закопана до границы, она просто не врезана в распределительную сеть. То есть сейчас, ну, как вам сказать, просто трубу до участка, да, вот, ну, врезать нецелесообразно даже по газовой безопасности. Чтобы населенный пункт попал в новую программу по газификации, в нем должно быть прописано не менее 30 человек. Кроме того, определен список граждан, которым предоставляются льготные условия газификации. Среди них многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и другие категории. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».